Как спалось тебе? Хорошо. О, вставай, да сюда, да сюда, тенечку, тут можно и зубкой почистить, умыться. О, и тут сразу вход. А мы заплатили за сутки 60 злотых. Да. И выспались там бесплатно, получается. На чужом паркинге. То за це можна було не платити. Ми реально, ми не знали. Можна було переїхати сюди і здесь заплатити. Ну, реально, ми не знали. Ні, щоб ми знали, то ми так би і зробили, да? Ні, ну це теж не так. Шутка, ми ж не такі, ні. Особливо Саша, я то ще можу, а він ні, він святий. Та серйозно. Ну, то вирубай вже все. Все, пленку мені каже, не той го. Да? Їмо сніданочок, будь ласка. Тушоночка. Тільки почало. Даже 1% не прошло. Нарисован черный шлях. Это, короче, самый тяжелый я путь. Я тебе скажу, мне не нравится. В пеньках по их было набагато важче, и ты, нежели сейчас по этому шляху. Так слышишь, там реально надо будет по камням лезть. По камням. Альпинистское снаряжение есть. Горный ручеек умывается. У нас красавица в ледяной воде. Тобо жарко. У нас вопрос, для чего вот эти вот палочки так вот вставляют? Потому что они ж нифига ничем не помогают. Мы много где видели, где подперты валуны палочками. Подъем достаточно крутой. Не как на шклярке там. Ну? О, нет. Да. О, нет. Да. Выверную ногу. Кабзда просто. Это вот так, может, не передает камера, а вот так. Выбирать надо еще, на что становишься. Подъем все больше и больше радует, вот смотрите. Снимаю прямо телефон, видите, как резко вверх уходит. Не казала, вон, а так и до пишки. Да сколько там, мы что не можем? Не, не можем. Футболку можно выкручивать просто. Какой вид открывается, да? Всю чернику уже съели, смотрите. Все горы в черничных этих полях. Кислая она. Нашла ягодку? Естественно. Да. О, точно, смотри, сколько их. Блин, це ж все черника, подиви, скільки черники. Ну. Це ж мені їсти, не переїсти. Ну от дивлюсь на цю красу, просто не розумію. Ну хіба от ширка, ну ця вся наркота, оце, ну, алкоголь прям в таких надмірних нормах, дозах, лучше, ніж оце все просто приїхати, побачити. Ну це так заворажує дух просто. Ну, я не розумію цього. Теж наркотик, да, своєобразний? Ну так, ну це ж красиво, це ж... Прям дух захватує. Це ж ми на гору не піднялися, ми десь так там посерединки. Ну, гори там, гори сям. Ох, от туди ми йдемо. Вон до той. А ще кілометра півтора-два до того. Ні, більше. Ну, вон вертоліт щось робить. А він тащить щось, смотри. А, залетів за гору. Это вот туда еще надо дойти. Так, мы шли все время по черному маршруту, вон оттуда справа пришли. Обратно пойдем, наверное, по синему или там синему, красному. О. Думаешь, там есть спуск? Спот? Ну, конечно, должен быть, а что его не будет? Давай посчитаем, сколько раз я буду вставать. Да, а давайте. Реально посчитаем, сколько раз и я каждый буду раз буду записывать. Вон здесь целый это. Шоу, короче, здесь целое. Путешествие. Слушайте, это прям непередаваемое какое-то. Боже, как там высоко. Боже. Ноги, короче, бляха, трусятся и все трусятся.
Не дай бог вступиться, блин, как лететь там далеко. Класс. Так, сейчас сходим в ту сторону. Короче, поднимаемся сюда, а спускаемся туда, и все. Ну а что ты не спрашиваешь? Ну блин. Больше всего увидим. Не увидим ничего. С той тропинки не увидим в эту сторону. Боже, тільки камни під ногами. О, стоим опять. Блин. Это первый раз. Так вон, только вон отошли сколько. Уже стоим. Ну блин. Опять, говорит, отдыхать. Ноги болят. Все, будет привал. Третий? Да. Главное, не водички даже. Снова привал. Третий. Бери водичку. А вид какой. Вид все лучше и лучше становится. Реально. Очередной привал. Это пятый раз? Да. Пятый. Снова стоим. И еще будем стоять 12 раз. Метров 10? Ноги отпущены. Не знаю, но мы опять стоим. Мы опять стоим. 9. 48 раз. Вон верхушка. 10. Танюшка, вон верхушка. Мы дошли до верха. Сколько людей? Людей реально очень много. Видишь, а здесь канатка со стороны Чехии до самой верхушки идет. Вон написано Чешская Республика. Если будете подниматься вгору сюда в снежку, сходите в туалет або внизу на подножі гори, або надевайте памперс, потому что тут туалета немає. Він как бы написано, что он есть, но мы его так и не нашли. Поднимаются сюда его чехи, а мы там по легкому пути сейчас пойдем. Да, по легкому. Вот там по хребту, да, прям идут люди. Вот эти камни привозил вертолет. Вот с этой стороны еще один водопад увидели, вот он, речка там горная течет, водопад. Вон эти букашки идут. Мы везде возвращаемся разными путями. Пришли мы оттуда. Сейчас пойдем вон туда. Погуляем по верхушкам гор. А у меня плачь уже так с тёго боку загорает. Да, я, блин, уже шея обгорела на самом деле. Будешь сегодня сметану втирать. Блин, солнце, одень майку. Не я тебе серьезно говорю. Все будет. Нет, ты, блин, не выживешь. Ходим по хребту. И вот по хребту, знаете, ходить вообще как-то не тяжело даже. Ну, идешь по камушкам в небольшой подъемчик, потом небольшой будет склончик. По сути, что тут гуляешь себе и все. К другу за это, за дисками пошел, с виндой. По хребтам гор. Женщина только что мимо проходила, пока, и говорит, мы там должны, типа, идти. Блин, увидела гору такая, типа, там давай, разворачиваемся, уходим. Вот это сейчас я ничего не привел ее, да, на свидание, муженек, наверное. Налево пойдешь, все потеряешь. Направо пойдешь к машине, дойдешь. Сегодня только целый день ходим и вау. Угу. Кукареку, да. Как две совы. Вон видна там вот дорожка,
по которой мы поднимались. Пошли прямо здесь сядь. Мы уже были тут, мы знаем. Да. Цены какие. Вот с той горы мы сюда смотрели. Я говорил такой, ой, такие маленькие елочки, сосеночки. Они на самом деле, смотрите, ну, совсем, блин, не маленькие. Такие елочки, сосеночки. Он по сравнению с человеком. Умылась? Умылась, говорю. Говорит, я пила, и мне нормально, живот только, говорит, мне болит. А? О, это же хорошо такая. Ну. В 9:10 мы пошли. И в 5:10 вышли. Вот, короче, такой наш поход со всеми этими остановочками. О, нормально, мне понравилось. Не вірите, що ви там були ось ось якісь там 3 часи назад. Давно. Я чуть не здохла, поки вилізла на ту гору. Я так обгоріла. Мені так болить ось оцей ремінь, так натирає просто. От ремішків цього, от рюкзака. Все червоне, і в мене так живіт теж загорів так полоскою. Ой, казав Саша, вдінь футболку. Я не, мені жарко. Я доволен, я щасливий, но мне очень хочется сейчас принять душ и снять с себя все вещи абсолютно. Ага. Все, в которых я был. Ага, вот так вот. Така кобета. Ой-ой-ой. Еще дави на польских номерах. Еще и на польских номерах. Боже ж мой, догадался ж купить, елки-палки. Короче, був. И це ж він не міг успокоїтися, поки не обігнав його. Саша. Ми, в общем, посчитали з Сашою, що ця поїздка нам двохдневна обійшлася 383 злоти. Ну це без учета того, що ми там брали з собою їсти з дому, там щось купляли, то все. От, ну, іменно з їди з дому. А так, те, що ми там, короче, все буде. Це паркінги, туалети, і входи в всякі ось достопримічательності. Короче, самое дорогое из всего этого, это топливо. 340 злотых обошлось. 240. Ой, 240 злотых, да, 240 злотых топлива. Здрасте, еще раз. По скрипту. Мы дома. Иду проверять утюг. Выключила. Фу, отож, дурна хоть та голова, але ж память таки мене не підводить. Ну, всегда выключаю его, всегда. Ну все, пока-пока.